Всем привет, ребят! Вы попали на игровой канал Императора Прайма, и сегодня тема будет связана с удалением сообщений ВКонтакте, когда их очень большое количество. К примеру, так как у меня, я не удалял вообще в районе 2 лет, даже мне было, если честно, очень некогда, так как являюсь стримером. Вот, и у нас рубрика сегодня Технопрайм, поэтому поехали решать эту проблему. Также хочу сообщить, что в видео будет показано, как решить проблему со скачиванием песен с контакта. Все любят песенки, и надо их как-то скачать. Поэтому есть одна программа прикольная, сейчас я вам покажу, как, что и куда. В общем, смотрел разных тоже людей, которые рассказывали, там скрипты писали, там F9, F10 в браузере здесь заходить, ВКонтакт. Боже, такой бред, короче, жесть. Поэтому поехали. Подходит для любого браузера, без разницы какой. В моем случае это Google Chrome. Переходим мы, ребят, в расширение. Вот так вот. Опускаемся в самый низ, нажимаем еще расширение, чтобы попасть в магазин. Переходим в магазин, на английском пишем VK Helper, типа помощник VK. Вот так вот, VK, хопа, и все, и, в принципе, аж нажали букву английскую, и все выбыло. Вот она, эта программа. Нажимаем Enter, и вот она у меня установлена. Вы нажимаете установить, вот здесь будет у вас установить, у меня уже установлено. Все очень просто. В дальнейшем, что мы, ребят, делаем? Переходим непосредственно к функционалу самой программы. Она у вас появится вот здесь именно. Поэтому мы нажимаем вот так вот, добавляем аккаунт, хоть 10 аккаунтов, которые у вас есть. В моем случае это Император Прайм, моя игровая страничка. Вот она. Поэтому после того, как вы добавили аккаунт, ввели логин, пароль, заходим в настройки, ребят, и начинаем двигаться по функционалу. Сейчас я расскажу не только о как добавить, скачать музыку и удалить сообщения и тому подобное, а также ряд полезных именно фишек для вообще для любого пользователя. Поэтому в первую очередь, что есть интересно? Есть информер сообщений, который у вас вам приходит, там такая вот тема интересная. Интерфейс. Заменить логотип ВК на ВКонтакте. Вот, я поставил себе галочку. Дальше, ребят, скрывать рекламу слева. Все вы знаете, как задолбала эта реклама. Сейчас, смотрите, у меня, то есть я нахожусь на страничке, у меня нету ничего здесь, никакой рекламы, ничего мне тут не моргает, поэтому я поставил. Также скрывать рекламу, рекламные записи от ВК в ленте новостей. Тоже очень полезная штука, ребят. Также вы можете скрывать блог, и рекомендуемое сообщество и тому подобное. Дальше показываю самое главное, то, что я считаю нужно. Скачивание аудиозаписи, ребят. Да, да, да. Это такая тема. Смотрите, переходим в музыку. Вот одна из... Просто вот берем, короче, ну первую самую, без разницы. И здесь у меня, смотри, скачать. Нажимаю. Не попал. Вот так попал. Все, она скачалась. Все, вот она, видите. Скачалась с плеера Imp у меня, все дела, все нормально. Поэтому эта тема работает. Дальше поехали. Что у нас еще есть интересного? Дальше. Удаление исходящих заявок в друзья. То есть, когда-то вы кому-то добавлялись, вы там наставляли целую кучу вот этой фигни, и вы можете это использовать, ребят. Дальше. Быстрое удаление диалогов. В старой версии когда-то работала такая вот тема быстрое удаление диалогов. То есть это вот выглядит приблизительно вот так вот, короче. Сейчас покажу, ребят. Вот, смотрите. Вот, удалить диалоги. Я перехожу удалить диалоги, но она не работает. Потому что надо включить набор функций для быстрого управления страницей. Вот. Сейчас мы дойдем до него, этот набор. Дальше. Не показывать собеседнику, когда вы набираете сообщение. Такую штуку можно классно включить. Дальше. Для админов. Бан авторов приложений новостей. Предложенных новостей, кто вам предлагает новости. Та-та-та. Вы ему сразу банчик. На супербан пользователей по комментариям. Выделить подписчиков сообщества. Я поставил галочку. Очень полезная тема. Видеть своих подписчиков, которые находятся в группах. У меня их две. Одна по развитию рекламы, так как я занимаюсь рекламой и пиаром. И также вторая игровая.
Вот, дальше. Есть такая тема, когда вам всякие ссылки бросают очень подозрительно. Обходите страницу перенаправления, которая перенаправляет вас не пойми куда, скажем так. Дальше. Открывать оригинал из изображения можно, ребят, также. Дальше. Классная тема репост в нескольких сообществах. Одним кликом вы можете сразу в два сообщества сделать свой репост, который вы хотите сделать. И вот мы дошли до набора функций для быстрого управления страницей. Нажимаем также галочку «Подтверждаем», что нам и даст удалять сообщение. Дальше, кнопка «Статистика сообщества», ребят, можно, скачивание альбома с фотографиями. Вот такая вот интересная тема. Еще где-то здесь тут я наблюдал, если не ошибаюсь, как-то там по сообщениям. То есть вы можете писать сообщение. Вот, и ваши сообщения, это где-то пароли, тут что-то там. А, вот, пароли на диалоги. Вот, то есть вы пишете, к примеру, там кому-то переписка, с начальством там переписываетесь по бизнесу, я не знаю, что-нибудь серьезное. Вот, а тут к вам сосед, не знаю, сосед-алкаш зашел и увидел ваши там, к примеру, вашу переписку. Логин и пароли там, отправленных там, не знаю, по удаленному доступу, не знаю, ну все что угодно. Вот это, к примеру, то есть пароль на диалог, когда стоит пароль на диалог, ребят, вот такая фишка. Все. У вас появляется введите пароль. То есть он никто не сможет прочитать, пока не отключишь его вот здесь. Ну никто же не знает, что у вас расширение, прям все хакеры, прям и тому подобное. Простая такая функция, но может быть некоторым будет полезно. После того, ребят, когда вы все вот это вот активировали, поэтому самое главное для удаления вот это вот сообщение. Набор функций для быстрого управления. Вот оно. Вот галочку поставили. Закрываем браузер. Ядрене Феникс. Закрыли его. Ребят, обновление страницы не помогает. Закрываем полностью и переходим сюда. Ребят, что у нас есть? Как вы поняли, удалить диалоги здесь не катит уже как раньше. У нас появилось удаление страничек. Вот, управление страницей, прошу прощения. Вот, личные сообщения, понимаете, вот. Также можно одобренные всех заявок в друзья удалить. Удаление друзей, удаление исходящих заявок и интересных людей, добавление подписчиков в друзья, чистка списка понравившихся фотографий, чистка списка понравившихся видеозаписей. Понравившиеся записи просто, чистка списка сообщества, ребят. И, конечно же, удаление диалогов. Ну и вот удаление записи на стене и сообществе. То есть, пример у нас интересует это. Я вам сейчас покажу приблизительно, как оно это действует. Удаление диалогов. Ну, нажимаем. Здесь можно поставить галочку. Это означает удалить только диалоги, в которых есть непрочитанные входящие сообщения. То есть, вы не прочитали, только эти удалятся. Ну, а если не ставить, то просто грохаются практически все. Нажимаем. Вы действительно хотите удалить? Да, я нажимаю удалить и смотрите, пошло там вот удаление, удаление, удаление. Но на самом деле, вот видите, они исчезают, 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 исчезают. На самом деле, прям все количество, ребят, не удаляется. Я вот протестировал, они частями прям удаляются. Вот, потому что у меня вот реально 2 года не удалялось. Это просто жесть. Также не забывайте о, ребят, такой теме, что надо, конечно же, обновлять. Поэтому программу до новой версии, она обновляется. Если какие-то там есть и глюки, то там в основном я как бы не наблюдал, то в основном в новой версии все исправляют и тому подобное. Должен режим разработчика стоять и здесь вот обновить расширение. Как бы все. В этом плане функционала музыка скачивает, сообщения, ребят, удаляет, и множество таких интересных вот фишек для вас, я думаю, полезно будет. Особенно тех, у кого очень много друзей, например, как у меня там 766. Ну что, ребят, если было полезно видео, подпишитесь, пожалуйста, на канал, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. А с вами был Император Prime. Всем удачи, всем пока, думаю, видео было полезно. Всем пока-пока.